Сейчас поговорим о том, как устроена водная система в прицепе водоснабжения. Начинаем, как всегда, с сердца этой самой системы. Сердце этой системы – это баки. У нас в данном прицепе, в 46-м, есть три бака с чистой водой и один бак с серой водой. Начнем снаружи, поэтому мы здесь и стоим. Снизу у нас располагаются внешние баки. Есть первый бак, который находится по центру. Он у нас на 40 литров. Дальше сзади висит еще один бак. Он у нас на 80 литров. Это все я говорю сейчас про чистую воду. Один бак у нас находится внутри салона, он на 50 литров. И всего общий объем воды чистый у нас на борту это 170 литров. Также есть еще бак для серой воды, то бишь для грязной, та, которая сливается из раковины, из душа, он составляет 50 литров. Что очень важно? Важно учесть, что мы придумали специальную опцию утепления нижних баков. То есть этими баками можно пользоваться зимой при температуре до минус 25 градусов.